Вот тристенд в таком виде он у нас есть. Сейчас я буду показывать, как им пользоваться. Так, во-первых, получается, когда мы устанавливаем тристенд на дерево, нужно понимать, что нижняя часть дерева всегда толще, чем верхняя, то есть где мы будем находиться. Поэтому нужно всегда ставить площадки тристенда с небольшим углом вверх. Сейчас я покажу, как это делать. Таким образом проходит крепление, это быстро. Ну, вот такое дерево ориентировочно. Мам, на пачку. Будем иметь рыбу. Громче говори, потому что не слышно. Мама, дом есть. Иди батьку. Мама, дом рыковит. Будем рыковить. Смотрим угол. Куда маленький, рыковит? Надо больше. Ванюшка. Ванюшка, посмотри на маму. Куда рыбку ловить? Куда рыбку ловить? Рыбку. Иди пока мотоцикл поставь в машину. Иди. Нет. Рыбку. Дом рыбку ловить. Хорошо, иди, я сейчас догоню тебя. Меня? Ориентировочно вот так. Так, дальше настраиваем сиденье, как удобно. Ваня! Делать ничего страшного. Смотрим, у нас тут второе, третье, здесь пятое.